Австралийские археологи кропотливо слой за слоем снимают почву на том месте, где 130 лет назад стояла школа. Ее руины обнаружила Бек Паркис, консультант по историческому наследию. Она проводила проверку перед началом строительства в поселке Гугонг. Найденная школа – одна из старейших в стране. В процессе раскопок обнаружены несколько грифельных карандашей и фрагменты грифельных досок. Такими пользовались в школах XIX века. В южной стороне располагался довольно простой каменный камин. Археологи также нашли ножницы и маленький наперсток. Значит, в школе учили и рукоделию. По мнению ученых, это была простая деревенская школа. Раскрыть часть истории страны помогают студенты-археологи. Работы много, а время торопит. Когда раскопки завершатся, в поселке начнется строительство. Здесь возведут дома и построят новую среднюю школу. На месте руин также вырастет какое-нибудь здание. Первое европейское поселение в Австралии основал в конце 18 века английский адмирал Артур Филипп. Так появилась британская колония Новый Южный Уэльс. Позже колонизация распространилась по всему континенту.